специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это блок интерьерного покрытия. Конечно же, балкон можно преобразить. Ну и гостиная. Посмотрите, как эффектно будет смотреться даже одна акцентная стена. Бежим дальше. Детская комната. И порисовать можно теперь будет на блоках интерьерного покрытия. Это не страшно. Они прекрасно моются. Без труда, без усилий. За одно мгновение. Ремонт, друзья. Без всяких затрат. И, кстати, друзья, в ванной комнате их тоже можно использовать. Алексей Мичурин, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу. Ох, сколько переклеил он блоков интерьерного покрытия. Сейчас нам все расскажет. Ну, а до этого я переклеил сначала обои, да, а теперь я знаю, как это легко можно сделать с помощью блоков интерьерного покрытия и с удовольствием вам расскажу. Итак, друзья мои, для того, чтобы использовать эти блоки, вам нужно всего лишь снять защитный слой бумаги. То есть блоки полностью подготовлены к тому, чтобы их наклеить прямо на стену. На какие поверхности можно наклеить, спросите вы меня? А я легко отвечу. На любые. Даже поверхности не нужно готовить. Итак, это могут быть деревянные поверхности, ОСБ-плиты, металлические. Это может быть старая плитка, блоки легко клеятся на эти поверхности. Старая краска, дерево, бетонные поверхности, также блоки можно на них наклеить. Клеевой слой универсальный, поэтому он легко ложится на любую поверхность. Итак, что мы делаем? Мы прикладываем блок интерьерного покрытия к поверхности, выравниваем его и разглаживаем по всей поверхности. Все, блок находится на месте. Вы обратили внимание, что у нас не просто деревянная стена вот с такими дырами и щелями. О, да. Блок интерьерного покрытия в данном случае закрывает эти щели и изолирует стену от проникновения воды, ветра и так далее. Сделаны блоки из ПВХ, это материал, который не боится влаги и не боится загрязнений. То есть, если что-то попало на этот блок, если ваш ребенок что-то нарисовал, вот, если, что попало, может да. быть, вода налилась, то вы легко все это смоете, вы легко все это сотрете. Поэтому блоки можно легко использовать в ванной комнате и на кухне. Да, ну и, конечно, смотрите, вот эти шнуры, да, которые вечно у нас на стене, как бельмо на глазу, взяли и забыли. Обприкле... Ой, подожди, с другой стороны. Кстати, скажи, пожалуйста, Алеша, если я вдруг как-то не так наклею, можно ли мне будет через какое-то время переклеить? Да, то есть клей вступает в свою силу такую финальную, когда его сложно будет наклеить, где-то минут через 10-15. У вас есть возможность скорректировать швы, скорректировать все нюансы и, соответственно, чуть-чуть поправить. Ну, хоп. Все, красота. Все заклеили, все забыли. Я имею в виду все, что было на стене. Самовыравнивающиеся, конечно же, моющиеся. Идеальные для любого ремонта. Ну и посмотрите, какое шикарное преображение. Как будто поработал настоящий дизайнер. А на самом деле все сделали вы и сами, своими руками, за несколько часов, даже минут. Блок интерьерного покрытия очень нравится нашим постоянным телезрителям. Они присылают фотографии до и после. Пожалуйста, не останавливайтесь. Продолжайте нас вдохновлять. Присылайте фото до и после. Вот, например, съемная квартира. Нарисовано что-то на обоих. Взяли, наклеили, и все. Идеально. Потолок. Слушай, не будет ли отвалиться потолка? Нет, если это ровная поверхность, да, бетонная, опять же, то вы легко наклеите. Еще раз, свойства. Звукоизоляция, влагостойкость, теплоизоляция, антивандальность, антистатические свойства, ветрозащита. Ну и практичность, долговечность с точки зрения, что цвет не потускнеет, и форма останется такой же вот красивой, объемной, как и в начале использования. Я бы хотела вас познакомить с цветами, которые сегодня можно приобрести на телеканале Шоп-н-Шоу. Внимание! Все цвета в наличии – это хорошая новость. Белый цвет, белый кирпич, белая мозаика – это уже фактура, идеально подойдет в ванную комнату, например. Янтарный оттенок – это лучезарный цвет, который будет обеспечивать нам хорошее настроение. Римский кирпич, золотой ретро, римский кирпич бежевого цвета, кирпичный оттенок, зеленый мох. Кстати, редкий гость нашего телеканала – альпийский дуб, фактура кирпича. Вы посмотрите, как интересно. Парижский туман, греческий мокрый мрамор, массив дуба, сумерки. Ваши любимые, кстати. Стиль лофт продолжается. Кленовый сироп, старый город и горячий мока. Вы в комплекте получаете сразу 10 листов.
10 листов в одном наборе за 3499 рублей. Но знаете, по статистике все заказывают по 4-5 упаковок. И это правильно, потому что, ну, конечно, не 5 квадратных метров, а больше нам нужно приобретать. Берем как минимум 2 упаковки, и будет действовать скидка 1000 рублей. Берем 4 упаковки, 2000 рублей экономии и так далее. Еще раз напомню, в одном наборе 5 квадратов, берем 2 набора, уже 10 квадратов и скидка 1000 рублей. При покупке 2 у нас 5998 рублей будет такая цена. Итак, по статистике, буквально за 40 минут презентации продается более 600 таких блоков интерьерных покрытий. И большинство покупателей берут по 6, вот по 5 упаковок. Чем мне нравятся эти блоки? Потому что они не просто красивые по рисунку, они имеют еще вот такую объемную фактуру. Фактуру кирпича, фактуру дерева. Поэтому дизайн, когда мы делаем с помощью этих блоков, у нас не просто вот обычный такой, привычный, когда просто все в один цвет, а дизайнерский ремонт, когда мы с вами имеем красивую фактурную стену. Кстати, это свойство блоков, то, что они имеют вот толщину определенную, позволяет нам не подготавливать стены, не штукатурить и не выравнивать их. Смотрите, какая неровная бетонная стена с проводами, с даже дырами в стенах. Да? Мы не будем штукатурить, мы не будем тратить на это время. Мы просто берем и наклеиваем блок на все это безобразие. То есть это реальная экономия денег, времени на рабочей силе, на том же самом цементе, который покупают для штукатурки. Не нужно ничего, нужен только блок интерьерного покрытия. Отлично. Слушай, когда мы делали ремонт в нашей квартире, это какой-то кошмар, сколько штукатурки нам пришлось закупить. Мой муж первый же день спросил у рабочих: вы что, ее едите? Я только вчера 25 мешков завез, вы уже говорите, у нас не хватает. Потому что стены, когда сдаются дома, жутко неровные. Там надо все выравнивать. Ой, как много затрат на это все. Друзья, сегодня 3499 рублей за выравнивающие обои, за выравнивающий блок интерьерного покрытия. Звоните, заказывайте 5 квадратных метров, 10 листов за 3499. Но лучше заказывать сразу 2, как минимум, набора, чтобы получить скидку 1000 рублей. 1000 рублей при покупке 2, 4 набора берем. То есть это уже получается 20 квадратных метров и дополнительная скидка 2000 рублей и так далее. Ну и бесплатная доставка сегодня снижена, действует от 3990 рублей. Берите, заказывайте и экономьте. Слушай, Олечка, вот я помню лет 20 назад, когда я пыталась с мамочкой вместе и с папой тоже сделать ремонт у себя дома, мы решили своими силами, чтобы сэкономить. Сняли старые обои, которые уже отходили, и, в общем, решили наклеить другие обои. И поняли, что придется все это сдирать и все-таки нанимать бригаду, потому что стены неровные. Да, мы не профессионалы, штукатурить не умеем. Слушай, расскажи, пожалуйста, как выравниваются стены при помощи нашего блока интерьерного покрытия? Вот посмотри, во-первых, удобный формат, то, что они такие, ну, квадратные, да, примерно квадратные, там плюс-минус пару сантиметров, и очень удобно изгибаются на всякие неровные формы, и исчезают вот эти неровности, которые были на стене. То есть эти блоки не только красивые, не только практичные, но и с ними удобно работать даже в таких сложных местах, как углы. Да, друзья, и беремся за углы, они пачкаются, а потом мы их моем. Гениально! Кто изобрел, тому Нобелевскую премию. Лично от телеканала Shop & Show. Спасибо, что были с нами. Главное предложение дня.